Клубится туман, это курит атаман. Ага, так сказочка хлещут самогон. На боку мат-перемат, и Саул лежит в умат, и завален пузырями весь прогон. И пока спокоен враг, все станица на ушах, мы убьемся самогоном, всем смертельно зло. Но если вражеский урод нападет на наш народ, атаман видит вперед, шашки наголо.